И снова всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая. Я так думаю, что будет интересно, что телефон, что в принципе, ну, изначально цена была 400 долларов, а теперь спустилась, и покупал я за 160, считай, что. Давайте вскрываем. Так, трек номер, если спор друг будет. Извините, но я пока с кинжала стремлюсь трогать. И тадас, если пишется, шинубе. Ну, казалась ситуация, что в любом случае кинжала я все-таки что дернул. И глянем, что же у нас здесь будет. Ну, чувствуется, что китайцы попытались отпихнуть его и впихнули все-таки. Да-да. Ребята, что пишется, нубе. Окей, шикарно все. И что же у нас здесь есть? Что пишется, 6 Android, 464. Так, карточки, экранчик у нас есть. Аккумулятор 430. Ого. Да, дальше в перспективе, то я же включу и покажу, что это. Что камера 13 пикселей и 16. Ну, ребята, скрываем. Так, еще в чем плюс, то в комплекте, что оказалось, и пленочка у нас. И первое впечатление, что, ребята, что пишется, здесь еще нубе. Здесь еще кнопочка страшненькая. Да-да, страшненькая, я думаю, что увидите. Но так-то, в принципе, я вам скажу, ну, тема. Да-да, что спинка из металла сделана, антенны у нас есть. Я так думаю, что включится автофокус. Естественно же, пленочку снимаем с камеры. Ну, что в перспективе, чтобы не испортить все видео и впечатление о камере. Если что, так, есть. Сюда, что вспышечка идет. Чисто все. Так, здесь еще динамик у нас есть и с болтами USB-C. Идет, это же 3.5 джек. Здесь шикарно, аж кнопки громкости, аж включение сим-карты сразу. Давайте испытаем, что, куда и как у нас идет. Окей. Да-да, стандартный. И со старта испытаем. Да-да, ребята, аж в чем прикол, что я и симка, и карточка у нас идет. Так что, ну, куча вдруг, ну, куча кто с памятью, ну, куча пишут иногда, что им, ну, куча включают в кино 4K, так что в перспективе все включится и сработает. О, блин. Не, ребят, я так чувствую, что все-таки попытался бы втыкнуть, но что-то оно отказывается идти. Хотя не, все видите, что есть. Так, что включаем его. Если что включается. И пока включается, что у нас из комплектации есть. Такая пимпочка, что писано Nubia, этикетка, стикер. Еще одна из пластика идет. Здесь у нас, ребят, что? Чехол. Шикарно. Так, блин, застряли. Так, еще в комплекте у нас есть стандартный чехольчик. Кстати, я вам скажу, что такое чувство, что куча эта спинка сделана, ну, куча из пластика. Что вот видите, что попытался, вот, ну, куча, что видите, из пластика. И вставки из силикона идут. Но вот не указано, что фирменный. Так, оказалось, еще такая бумажка у нас. Что еще есть? Давайте глянем. Так, скрепочка. Ага. Ой, блин. Ой. Это упало. Так, ребят, инструкция. Есть и симпатичная скрепка. Шикарно, кстати, смотрится. Еще одна упала. И снова таки очередной хлам. И сюда, ребят. Идем, что же у нас здесь? Ой. Нифига себе. Что, гляньте на такую дуру. Не, честно, ребят, ну возьмите, гляньте, такой степени же крупная и здоровая. Здесь у нас, так и что, оказалось, так что писа компания, я так понял. И здесь писа Nubia и питание. Вот вдруг интересно, что, вот видите, я не знаю, споймает фокус. Но я вам скажу, что в перспективе оно, ну, куча включаться и заряжаться со скоростью звука будет. Но единственное, что плохо, что китайцы все-таки чуть-чуть сэкономили и не вкинули мне, ну, типа, со шнурка, переходника на USB. В комплекте у нас, ребят, идет шнур. Я вам скажу, ну, что толстенький и чувствуется, что по качеству, во, идет, и что действительно все супер сделано. И, естественно же, уши, что сделаны, типа, ну, куча айфоновских. И, ну, все вполне все симпатично. Тем более за 160 долларов я считаю, что в принципе вполне good. Ну, естественно же, включаем телефон.
Что у нас есть из языки? Ребят, смотрим, что есть, что, в принципе, все я смотрю. И португальский, и русский, и украинский. Окей, вперед. Ждем включения, Шиписа Нубия, интернет. Естественно же, включаемся сразу. 1.8, окей. Ждем. И что? Нифига. Ты что? Ну, извините. Удалите, ж попытаемся еще раз все-таки включить. О, что включилось, и все комфортно. Пока включается и думает, вот я специально с 5-дюймовым телефоном, чтобы вы увидели, ну, и габариты, и толщину. Ребят, ну, телефон, вот я вам скажу, что, в принципе, тоненький оказался, но вот единственное, чуть-чуть, ну, куча крупный. Что действительно, он, ну, вообще хотелось, ну, чтобы чуть-чуть компактнее было, что действительно, что все-таки, ну, куча габариты его чуть-чуть закрупнее. Так, здесь включается все и срабатывает. Ну, ну, включим YouTube. И, может, симпатичную картинку какую-то. Окей, экранчик. Пока что все включается и рулит у нас. Ого. Скорость звука все идет. А по качеству картинки что же будет? Если захотели, что включается, что Full HD видео у нас идет, ребят. Вот просто звук тише сделал немножко. Извините, все-таки с YouTube я не люблю иметь дело, что они стабильно кипишуют из-за этого всего. Сюда картинка. Так, ты включишь или нет? Ну, ребят, я вам скажу, что экранчик, тут сказка идет. Ну, короче, детализация и тонкие рамки относительно. То, в принципе, что все круто. Но только вот, ну, короче, из-за пленки, я так думаю, что и картинка окажется чуть хреновая. Ну, просто, короче, извините, что телефон, скажем так, идет. Ага, что кнопочки, что включаются и срабатывают. И светятся у нас. Есть. А сенсорная? Есть. Угу, что, если что включается и срабатывает. Что, извините, так чуть-чуть я в первый раз и ждал такой телефон, куча из-за этого я немножко и волнуюсь. Музыка. Давайте глянем, что у нас здесь будет. Что-нибудь. Ох, какой. Да-да, симпатичный вид. И динамики, что включить, чтобы громкость была. Ой-ой-ой. Ребят, я вам скажу вот так, ну, кстати, первое впечатление, ну, кстати, звучание здесь вообще шикарнейшее идет, что звук, все класс. Так, здесь у нас, ага, карточка включилась, отключаемся. Так, шторка стандартная идет, и, в принципе, вот, ну, кстати, интересного здесь вот ничего мы вот не увидим. Система, что же у нас есть? Супер скриншот, заблокировать экран, что все, в принципе, стандартно. Естественно же, включаем установочки. И сюда, что же пишется о телефоне? Что пишется, что Nubia M2. Так, это будет неинтересно нам. Отключаемся и смотрим сюда. Есть, что пишется 4 UI, 8-ядерный процессор, 464 гигабайта. Есть. Но я вам скажу, что, знаете, за такие деньги, что куча все вполне... Во. Так, что включаем сюда. И видите, ребят, да-да. Таким стыкаемся, если захотели, что включается дополнительно, что GPS включается, выключается, языки включал и показывать я не хочу, аккумулятор включается, что в процентах, у нас есть экономия энергии, рабочий режим, что включается, еще и какая-то штука есть, диспетчер питания, у нас есть и такая фигня, ничего себе, да-да, ребята, действительно, использование аккумулятора и классификация, о, блин, ну, скажем так, я думаю, что в перспективе, ну, куча оптимизации системы здесь окажется бомба. Так, что у нас из памяти, что, ребят, сюда показываю, что куда и что использует ее. Ух, нифига себе, что Dolby Atmos в телефоне есть, из-за такого звучания здесь я вам скажу, вообще, во, класс. Так, из памяти, что у нас есть, 64, из которых осталась 50-ка.
Окей, специальные возможности. Стандартные. Ну, в принципе, здесь вот ничего интересного и нет. Так, еще приложение. Окей. Good. Ага, что Google что включается. Мне интересно, аккаунты, что безопасность у нас еще включается. Здесь вот такие пункты есть и такие. Окей. Сканер. Разблокировать телефон. Есть. Графический ключ. Стандартно. Сюда и сюда. Идем. Ага, что видите? Так и считывают. И в чем прикол, что все, ну что в принципе вполне комфортно и быстро, я вам скажу. Так. Что первое впечатление, по крайней мере. Палец один. Готово. Конечно. И давайте. Так что включается, что включение экрана, разблокировка их приложением. Если захотели, что в перспективе, что включается. Давайте глянем сюда. Опа. Нифига себе. Гляньте, со скоростью звука. Не. Класс. Есть, чтобы тут 100%, что пятерочка, что сделано все и красиво, и классно. Если включаете, если захотели, у нас включается и такая штучка. Окей. Сканер есть, специальные возможности. Что умный чехол, что разделение экрана у нас есть функция. Нифига себе. Две области запустили. Вообще класс. Ага, что включается, что кнопочки, если захотели, их изменили. Есть. Так, что включается и жесты у нас есть. Что включение экрана, я так думаю, тук-тук, и что включается. Но со сканером я считаю, что глупо. Блокировка. Ага, если так, что телефон еще включается. Ну, в чем прикол, что все включено, я вам скажу, ну, круто. Вообще, что движение есть, захотели у нас. Такая функция есть. Копия в приложении, тем более, и супер скриншот. Нет. Во. Идем дальше, ребят. Так, еще управление жестами. Звук. Что громкость, рингтон. Давайте глянем, что же у нас со звуком. Развлечение. Громкость. Не, ребят, я вам скажу вот честно, ну звук здесь вообще, что бомба. Ну, что первое впечатление, ну что классно, что оказался еще здесь пункт, что звуковые эффекты, ну что, ну в чем прикол, что вот я и хотелось бы их что включить, что видите, что пишется, что включается автоматически. Так что знаете, ну тыкаешь или не тыкаешь, они все равно включатся автоматически. Да-да, штыкать вот не обязательно, одним словом. Окей, что сюда включаем, что уведомления есть. Экранчик, что у нас есть, если захотели, включается в подсветка автоматическая, тем более есть. Я вам скажу, что круто. Интеллектуальная память, нифига себе. Я так понял, что куча телефонов, что упакован всем. Так, я думаю, что есть, что в телефоне индикатор у нас еще, в подсветка включается. Но я думаю, что он где-то здесь, что в перспективе будет. Что, извините, я уже сделаю куча игровой тест, и впечатление будет, то все впихну уже из-за и аккумулятора, и все полностью. Так, что если захотели, что графический интерфейс изменяется. Обои. У нас есть картинка изменяется. Есть и поиск. Что включается, что, куда и как. Есть еще. Что же у нас здесь? Стандартно. Что, в принципе, это ничего не интересно. Если захотели, включается установка симок. Здесь все чистенько. Так, приложение. Это включается у нас функция. И чистится система в таком случае. Окей. А что же здесь у нас? Так, если захотели, у нас... А темы есть какие-нибудь? Нифига. Видите, что казалось, что ничего вот не включается. И хотелось бы изменить, но фигушки. Ничего. Ну, и, конечно же, камеру включаем. Ребят, я думаю, камера подключится в случае GPS. Так, что у нас по камере? Если захотели, включается и видео. Что функция книга. Есть. 2 метров. Что за книга? Мне очень интересно. Захотели, включается, что Pro, что изменяется... Что все значения и семейная камера. Ох, нифига себе. Что, ребята, что гляньте, сколько что приколов. У нас есть и таймлапс, и клонирование, ну куча, и куча всего. Что телефон, ну что действительно, вот здесь идет, вот кто куча ищет толковую и камеру, и звук, то за $160 404 у нас куча все впаковано. И супер вообще. Я... Да ты что? Нет. Давайте.
камеру, испытаем, хотя бы лишь попытаемся чуть-чуть. А не, да-да, что знаете, вот я стабильно спешу, вот с теми нервами. И картинка, что у нас есть. Если захотели, что включается в такие режимы соотношения. А я хочу по 16:9, я включил. И по качеству, что у нас есть. Если включается и зеркальный снимок, качество видео, что писал Full HD видео, качество видео... Нифига себе, что ребята, что гляньте, 4K, что писа или Full HD 60 FPS-ка, шикарнейшая. Ну, вообще, в перспективе, кто там толковое что-нибудь сделать из видео, то да вы что, бомба. Если захотели, что звук, у нас есть камера включается, интеллектуальное убавление шума, красота видеозвонка, а качество фото где? Можно не включен в режиме портрет, режим... Не, ну нифига себе, что, ребят, я скажу так, ну, куча, первое впечатление, что я пока от него в шоке, но вот единственное, где качество в картинке, ну что глянуть, вот я так и не увидел. Ну, что испытаем текст и фото сюда, ребят, и смотрим, что же у нас будет изображение. Естественно, разрешаем. Разрешаем, разрешаем. Долго и нудно. И картинка, что, ребят, ну... Скажу честно, знаете, вот я думал, будет чуть-чуть еще лучше, я не знаю, что куча, или из-за света, или что. Ну, скажу честно, вот я не знаю, как, ну, 16 пикселей, но в картинке, вот я думал, будет чуть-чуть интересней. Естественно же, включим и видео еще, что, куда и как. Дальше писта 4К у нас видео. Автофокус, я не знаю, я так думаю, что включается этапом, или нет. Ну, изображение, я думаю, что бомба будет. Так, и сюда, что включаем. А что у нас есть сюда? Сведения. Да-да, 4К видео пишется, ребят. И смотрим сюда. Дальше писта 4К у нас видео. Автофокус. Я не знаю, я так думаю, что включается этапом. Ну, скажу так, ну, куча, по камере, вот именно, что видео, здесь бомба. А по фото, вот я не знаю, но я, ну, куча, или что-то включил, вот... Что чуть не то, но куча, первое впечатление, что картинка вот не ахти. Я не знаю, вот, что, в принципе, где и что, куда и как. Но вот видите, хотелось бы, ну, куча, картинку сделать чуть похуже и не включается. Вот я не знаю. Я думаю, что где-то я, ну, куча, упустил что-нибудь. Ну, естественно же, селфи у нас есть. И сюда включаем. Так, и что у нас есть из настройки, ребят? Если захотели зеркальный снимок, и все стандартно, и нифига не изменилось. Вот, ну, чуть я вам скажу, что, в принципе, я не знаю, что сказать даже. Глянем на фото. Что, в чем прикол? Ну, что куча писалось, что 16 пикселей здесь камера идет. Я вам скажу, ну, куча 13-ка 100% есть. Да, 13, вот, что, в принципе, ну, куча детализация изумительно идет. И, в принципе, все вполне комфортно. И симпатично, как, что казалось лицо мне. Ну и сюда глянем. Видео. Пара-па-па. А качество картинки. Всем привет. Ура-ура. Так. И сюда. Включаем. Давайте. Раз. Пара-па-па. А качество картинки. Всем привет. Ура-ура. Не, ребят, я вам скажу, вот именно, ну что селфи, вот оказалось, ну в плане вообще видео, что все классно. Вот единственное, вот, а что это включается? Книга. А ну, еще раз. Ну и что дальше? Книгу я включил и типа симпатичнее стал. А, ну я так понял, что куча, знаете, вот изменяется чуть лицо. Ну вот такие, знаете, вот ребят, ну в принципе, куча, первое впечатление, что телефон, отличная сборка у нас идет, смотрится все круто. Корпус из металла, толковые и камеры, шикарнейший динамик идет. Единственное, что слабо, ну как, что в принципе, куча терпимо, аккумулятор 3600. Но, ребят, за $160, куча, впакованный шикарнейший телефон, я считаю, что вы не купите, их покупки 100% такой рекомендую. Вот и все, всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, пока!